Корчановка. Адель. Сен-Жура Ондро. Андрей Адель. Адель. Ждем Адели. Че, к нему ж пришел? Не, он АФК отсутствует. Сидит. Он написал мне в 58 минут, напиши, как начнете, я отошел. Я в 59 пришла, написала смотку, пришла, гоу, пулем, ау, и тишина. Скажи там ШП нерфит, срочно нужно вмешательство его. От его голоса зависит судьба ШП. Как новое дополнение Dragonflight. Для пишет, короче, минута. Что случилось? Домой к родителям, потому что приехал. Зачем? Ну а как, а вы что, не ездите к родителям? Нет. Откатил у кого джив, дайте, пожалуйста, пока его нет. Спасибо. Кунка. Да. Хотите видеть 4? А там уже Xtemp ответил насчет ШП. Нашли ошибку формулы темного сокрушения. Сейчас СПД учитывается в два раза. В момент использования и в момент попадания. Фикс будет залит в ближайшее время. Вот мы читали. Да, я уже писал в чате. Что там, у БДК не нашли ничего? Или у Фросмага? Все, все тут. Хуй, огромный член. Давайте, рычи на полубан. Все, ребят, все, соберитесь. Все, тихо, тихо, ладно. Тихо, ребят. Соберитесь. Настроить укин. Адель, рыбка. Что тебе не хватает? Рыбка, рыбка, я поставил. Вон рыба слева стоит от звезды. Ну что там? А чё ты на исходной? 3, 2, 1, пул. Забирай. Блять.
Васла уже пошла? Да, да, да. Да. Маша, выйди, пожалуйста. Прохил, Вайда, Вайда прохил. Ну это я сейчас проебался. Слово бланш с шипа снимите, пожалуйста. Алику. Я поздно вышел. Да я заранее тоже вышел. Но я долго выходил, понимаешь, из-за меня сейчас политика пошла, еще раз говорю. Если бы я не выходил, то нам бы к тебе, ну, нормально пошло, все, понимаешь. Короче, моя вина, мой слад. Все. Да, у нас игру. Шип быстрее с меня, шип. Мили. Блять, шип долго снимали сейчас. Сдвиньтесь, пожалуйста, не умрите. Ясно. Я кританул просто. Блять. Господи. Дерьмо сейчас ожимаю. Даже сейчас лужи идут почему-то, а меня игнорит. Ребят, снимайте, пожалуйста, быстрее шипы. Пожалуйста. У меня нету скачка. Боя влево встану. Вы типа, блядь, шипы моментально снимали. Сейчас почему-то долго. Вот эта лужа, которая сейчас тоже пошла, блядь, это тоже из-за меня. Ну как из-за меня, типа. Я шипа слез, когда у него вихрь закончился. Обычно я сразу после того, как он чаржится, там еще 5 секунд остается вихря. Я уже за эти 5 секунд начинаю бежать. В это время мне кинулся шип. Мы шип снимали где-то секунд 5. Примерно. Потому что я начал стартовать только. Зря я стартовал, мне надо было подождать во фрейме. Уже соседа пошло бы лучше. Рейс, что там у тебя? Да бегу. Мне там просто надо было макрос восстановить на комбатологе. Бафайтесь, фу. Побухать. Арчи на полба. Сосед, что тебе не хватает? Все, готов. А что отдаю? Исходная сталь. Подкаст.
Забирай. Ты сразу. Заслачилась, сорян. Мася, дай БР. Мага, сбейте. Быстрее соседа сними. Число у меня начнется. Мага сбить, блин, только отошел. Быстрее соседа снял. Заебал, он все будет меня кинуть сосед. Я не виноват. Да, массакру. Сука, чуть не проебался. Люксор. Сейчас подхил меня, пожалуйста. Даже сюда встану. Возьми меня в таргет, уебище. Меня лучше пошла, мама. Верит пошла, что ли? Да. Рыдай и... Мага, с меня шип сняли быстрее, и соседа. Речь, 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 свищнитесь. Серый по Аделю, этот дайбер. Ну быстрее, ну блять, ну ёб твою мать. Шип я, блядь, целую вечность просто. Мага, сбить. Это ропу какой-то. Я заебался. Не прохо, нахуй, но... Меня шипы по нам кидают. Опять меня шип. Быстрее, 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 сейчас вихрь будет. Резче, резче, в ром, блять, сбили нахуй шип. Бежали. Подхил сейчас. Дармича прохил. Блять, ну... Хильте двух танков. Дайте гим тотем. Гим дам тотем дайте. Боже, нахуй, какой я дал. Как ты умер, сосед? А я Аридарский блинк не туда напал. Да ничего встал на рынке. Пиздец. Бланш, с правой стороны сейчас будешь. Два шипа на мне. Сейчас пойдут лужи в рейд, нахуй. Два ну, шипа, ребят. Ревностный. А ничего, на шипе сбить его. Максимально ублюдский пул. Быстрее шипы сняли. Пиздец вообще просто.
Ромбики максимального шипа. Ебанства делает этот ребро конченый. По шипам и вообще. Иди так. Главное, чтобы танков не уронили. В данной ситуации. Рубки есть. Сходи. Да. Это главное. По шипам играй. Шипу уже. Право, идите. Можете дать мне СС, пойду пушку напялю, пойду там. Вот смотри, на ханта нормально кидает. Шип с меня, быстрее, шип с меня. Опять шип с меня, быстрее, 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 сейчас вихрь будет, резче, резче, шип. Раздвернулись. Все, пизда на. Не, да, ублюдский пол просто, ну, просто пиздец какой. Давно я такого не видел. Больше всего на этом пуле снесли. Фонарега? Да было бы, блядь, мы бы допили нахуй, если бы, блядь, шипы не кидало, пока бы просто сосед, блядь, еще умер нахуй. Лошара. Фонарега слабый. Фонарега умер. В смысле фонарега умер? Да, у тебя же даже шипа не было, ты просто, блядь, три тика лужи словил. Я, блин, канулся в лужу. Три тика, блядь, ну ты пиздец, блядь. Пока что он, блин, канулся, споткнулся, упал лицом в лужу, блядь. Ладно, все, тихо. Смотрите за собой, нахуй. Некоторые побольше ошибаются. Неправда, фонарь, я тебя очень люблю, это просто была шутка. Шутка-минутка. Фонарь, как тебе сложило, блядь? А я это... У меня спустя справа. Секунду откатили. А что, ты слева хочешь? Да, он меня вообще в таргет не берет, и вы друг друга запираете вдвоем, а я хотя бы, блин, кануть смогу. Ну, это хочешь слева по... иди, мне похуй, где стоит, мне без это разницы. Это рандом, слышишь? Там, ну, встанешь, это, ну, слева, тут, справа, тут, без раз... тут без разницы, где ты стоишь. Ну, типа, я могу с правой стороны стоять, мне похуй. Просто они там вдвоем стоят, поэтому вероятность больше, что в них полетит, чем в тебя в одну, правильно? Да не, я даже дальше не стою специально. Давай, я думал, там есть определенная... Ну ты там с бланшем будешь стоять в любом случае, но бланш сделаешь то же самое, что и это. После того, как лужу залезешь, потом отрыв, блять, в бок, нахуй, ничего из центра хуяришь. Давайте, рыбу хавайте, фулба впереди, быстрее. Че на плыма? Фас кончается, масса кончается уже. Кто не может брать, давайте трейд. Так, СПД фласки. Трусы. СПД фласки. Полумесяц. Мне не надо давать, у меня нет. АП фласки, печенька. И АП фласка череп нахуй. Да нет у меня фласа, блядь, вы заебали. Сука. Официант. Идите нахуй, дайте взять, блядь, фласки, вы заебали, блядь. Обмен, блядь, давайте теперь. Сосед, ты нахуй мне обмен даешь. Тебе сейчас никто не даст обмен. Никто не дает Насте обмен. Ну и идите в жопу, блядь. А ты че за мной бегаешь? Отцепись от меня. Га. Пока ребро убьем, леди еще понерфит, а?
Да хотя бы посмотреть, хотя бы минут там 40 часик потратить. Часик? Ты думаешь, после ребра... Мне кажется, мы к концу РТ ребро только убьем. Так, давайте еще на подбах. Ну типа сейчас типа полу говно, но типа мы до 30% опустили. 24. Ну даже 24. 23. Адель. Все. Ой, еще раз мискликнул нечаянно. А че Адель? Я нечаянно мискликнул. Да нечаянно бит, отчаянно. Один, пол. Охуенно. Я знал, что это не в силе. А я новый ДБМ вонючий поставил. Да я скачаю завтра на это. Не прости, не времени. Нахуй тебе этот новый ДБМ? Шип сзади, тихо. Как он заебал тебя? Забирай дерьмо. С меня шип сняли быстрее сзади. Сейчас вихрь будет. Ребят, быстрее развернитесь. Блять, что он раньше остановился? Шип начал быстрее. У меня вихрь, блять, вилла и пламя нахуй один раз тикнул после шипа, блять. Падайте. Вихрь 10-300. И уже после шипа 1700. Видел, там кран пробежал перед печенькой. Я не знаю, может из-за этого он... Он в любом случае, ну просто так бы так не побежал. Это какое-то чучело сдвинулось, вот и все, в него чаржнулось. Я не знаю. Арислин, как у тебя там дела, нормально? Окей, Войт, иди тогда на этого, Бланш, иди пока на замену. Блять, я ебу нахуй, спиздец, блять, так спрашиваешь. Про Сенджуру так же пишут. Мы тут из-за Вайда вайпаемся, нет бы сказать раньше. У меня все кейсы на этом, давайте меня назад. Ебать. Ему нравится смотреть на боль других людей. Он специально Alt-F4 нажимал, чтобы посмотреть, это. Умираю на ребре. Талисмана совы нету в рейде, вот и вайп, блядь, ёпта. Он без совы ебашил? Да. Ёбаный рот, это казино. А вообще, мне кажется, вся проблема в анхолике Дирмич, который в спеке анхолика сейчас. Он в анхолике? Да, с самого начала. Слушай, а там довольно... А, нет, там не хватит таланта. Там какой? Там мапы... Подожди, Дермич, блядь, ты чё нахуй на ребро? Вернись, блядь, в этого. Тебе воля мёртвых не вкачана. На холик это заебись, но ребро-то нахуй. Хуярит больно нахуй. Тебе воля мёртвых нужна, блядь. Вернись, блядь, Блада нахуй. Ну, вот почему тебя воля мёртвых. Вайпались. Потому что Дирмич в анхолике. Вот сейчас первого пола убьем. Типа, блядь, там просто, если в тебя два раза клип заходит, нахуй, ты умираешь. Типа воля мертвых, ну ты без воли мертвых не живешь. Зато Дипис. Но он жил. Не был виноват. Ну, ДПС это, конечно, хорошо, но. Он за счет двух. За счет двух хэпалов только жил, как бы он один раз вроде упал там. Давайте фулба. Все, все тут в фулбах прибухаете. Бля, давайте убьем, а, сука. Юля, вау, вот вау, где твой аналитик? Козлы вонючие, я еще ни разу не кильнула. Не материтесь, пожалуйста, но у меня мама знает. Юля, стакан пустой или полон? Фонарь. Наполовину полон. А? Да. Ты на рыбе сидел, блядь. А че на полыма?
Юля, водка или пиво? Он эльф, ему можно. Чего? Нельзя. Виски. А, виски, да. Все, чё, отдаю, поехали. 3, 2, 1, пол. Чё мне есть серию не дышь? Недостойно. Если то, что у лужи еще немножко рэндж больше, чем по факту нахер, немножко вырубает на самом деле. У некоторых считается. Поэтому я умер, когда блинканулся. Ебанись-то нахуй. Сакра? Чья-то там? Я уже забыл. Так, сейчас чаржница, не бежать надо. Блять, только не в меня шип, пожалуйста. Ну, уже пошла нормально. Еще не потом на приоритет по классу. Две лужи еще у меня пошли. О, в меня. Еще. Бля, ебать, Настя моментально шипуснулась. Боже, Настя, я хочу от тебя детей. Настя там хуярит. Я, блядь, уже 5 размахов босса дал просто, ебать, соло парни. Не успеваю. Блядь, лужа в меня пошла, в речь сейчас пойдет вправо, сука! Звезду там и трусах пока стойте, это нормально, с лужей-то пропадет. А, теперь в крест можно. В крест, на теперь крест. Блядь, у нас минус 2, нахуй. Рид, ты сможешь встать? Я встану, да-да, я просто уже лужу. После вихря. Давай, Берн. Мага снимите, мага снимите. Блять, ну просто... Ай, в пизду нахуй. Нормально, нормально. Ну, отойдите, ужас. Ну, блять, там... Да, блять, не, ну это хуйня без блинка, нахуй. Я тебе говорю, ну это полная залупа, нахуй. Без блинка вот это делать. Там просто иногда бывает ситуация, что лужа в луже. И две лужи, нахуй. И меня просто, блять, убивают за секунду, понимаешь? Даже не за секунду. Я умер, получается... За полсекунды, ебаный. Понимаешь? Ну, это, блядь, пиздец. Это надо, чтобы одна лужа в тебя, вторая в меня, а потом, когда третья уже появляется, то... Нет, не в этом дело. Когда вихрь сам, понимаешь, я выхожу заранее. У меня ж нету блинка, ничего такого. На хз, он меня в таргет вообще не берет. Я, блядь, заранее встаю, нахуй, в любую точку. Он все равно... Ну, больше, говорит, у него 30% осталось, пока он через... Сколько людей у нас в прошлый раз на луже стояло? Ой, блядь, Ванечел, может ты этим позанимаешься? Я тебе буду хотя бы говорить, когда ТП в печеньку просто делать. Ты со фрейма просто в печеньку, а потом с печеньки в крест перебегать. Хотя бы этим, чтобы я просто портал оставлял сбоку. Потому может... что, блядь, это пиздец. Бля, ебать ты Ванечелла, нет бы там сказать, 300 ЕП, я согласен. А если он поставит порт этот, справа от босса? Типа, блин, ТП-шится, когда он уже вихрь кончает. Не, ну он может и лужи повыносить, но просто я ему предлагаю вариант, где он, ну, дамажить будет больше. Ну, типа, ему просто перед вихрем печеньку будет портал нажимать, чтоб к нему чаржилось. Все. Ему только это придется делать.
Там просили не класть эбэшную лужу, кто-то положил. Да, кстати. Зачем? Кого, блядь, я эту эбэшную лужу кинул вот сюда вот, блядь. Не совсем. Вот сюда вот я кидаю, нах. Ну, люди путаются. Shit happens. Я ее для себя кидал, блядь. Прикиньте, там какая-то гильдия, если зайти на форум, она со второго пула убила вообще. Блядь. Что это такое? Фейк. Это мы? Это хуета какая-то. Я думаю, это фотошоп. Да, фотошоп, нахуй. Сколько мы уже вайпанулись, дохуяно. А Дэн вылетел или чё? 40, наверное. А чё, сверху по пути не показывает? Ну, следи, кстати, все ушли в обычки. Все следи ушли в обычку утраить. Не, ну мы так-то можем тоже на леди хоть. Да леди, блядь, ну леди типа эти 106 лямов, ну это по-прежнему, блядь, я вам говорил, там надо лямов 80 где-то, чтобы да, эта леди была адекватна. Сейчас она, ну, это, блядь, трэш, короче. Такое, как в каком она сейчас виде. Давайте. Единственное, конечно, что пиздато, что если они, конечно, пофиксили, они наебали, то что они написали вот эту вот статейку, типа, насчет. Шибэкаста у леди и этого, блядь. И лужа кидалась, это моментальная смерть. Я вчера так умер, Блэкич вчера так умер. Тащит, сука, ты заебал нахуй руинить, блядь. Заметила? Ни одна лужа в него не летит. Почему так, нахуй? Я могу в миле постоять, притом, пациентка на при этом, понимаешь, блядь, в него ни одна лужа не летит, при этом он дохнет. Да, я вообще не понимаю. Летит, летит. Абуза. Я в ахуе вообще, блядь, сосед, нахуй, что это, блядь? Я плачу, кикайте меня, как Кринч Кинга. Стропоном его. Настя, они там согласились, что им нужно снять ЕП двоем. Кому? Он сосед с Мирая, видишь, я говорю, спросил, снимаем ЕП? Они говорят, да. А, снимать ЕП, да. Я сниму обязательно. Чё, и про бебу не надо упоминать, тихо, нахуй. Всё, это ж победно, ебать, пух, чекайте. Да бафну я. Так, всё, соберитесь. А чё отдаю? Я устал. 3, 2, 1, пол. Крива на этом поле, и кунка мне выхватывает. А, Ванчелло, ты в печеньку поставил портал? Не забыл? Как он, 58, правда? Ондра? Я скажу, когда нажать. Ну, а потом примерно так и будешь. Ну, примерно там плюс-минус на половине коста нажимай. Шип сзади на меня. Быстрее шип, ребят. У тебя сейчас хилить нельзя было. Примерно 1/4. Я эскейп не нажал, потому что я клавишу зажимал. Нажимай, нажимай, нажимай. Ебать, как проще стало жить. Шип сзади с меня. Я далеко, наверное, видимо. Ужин. Ну, лучше класс идет. Потому что шип на меня кинулся, но кто-то вышел и... Ментли есть встать? Да-да, есть, я встану. Вставай, прямо сейчас. Мась, дай БР по королеве. Репафнить креста и шаман. Don't spike cast.
Sandstorm cast. Сосед, это в тьме. Не было анимации. Ну, уже твоя. Тут с таймингами прям жесткие проблемы, не подгадаю. Не, он во время вихря всегда кастует эту хуйню. Я смотрел, на первой секунде не было анимации. Блин, канулся, хуяк, и лужа в рейд. Он Ваничелло кинул лужу. Ваничелло? Заранее да. Звучит, блин. Он просто блинкнулся и туда сразу же уже пролетело. Все, я не виноват, на меня пиздец. Потому что никого кроме Ваничелло не было, он туда лужу кинул. Ну, значит, все равно ты сосед виноват. Почему? Сед, блядь, ебал, что... колесочек. Потому что ты был ближе, чем Ваничелло, понимаешь? Да, да. Булица. Все, я нахуй, блядь, покинут гильдию. Вот, блядь, булит магов, потом магов нет в гильдии, суки. Да никто тебя не булит. Настя булит, все, я на нее обижен. Настя всех булит, ну. А она душила. Она быдло. Чего, блядь? И матерись, быдло. Они ребятки... Ты чё, блядь, там вообще охуел нахуй так базарить? О, видите, как быдло сразу же... Ты вообще заткнись, блядь, нахуй, чтобы никто не разговаривает. Но слово базарит, всё. Базарит. Остальное мат, блядь. Ребятки, ещё, девочка матерится. Ладно, ребят, давайте соберитесь, пожалуйста. Мне похуй. Как-то... Не, надо ждать по-любому последнюю вот эту вот лужу ебаную. Вот примерно хотя бы, знаешь, сосед, вот так вот стоять, да? Ну я подхожу ближе, чтобы... И Ваничелло, получается, все равно дальше будет находиться в неуважном чате. Ну я так всегда и делал, я ближе подходил, когда лаз лужа в меня. Слышишь, а чё это, какие-то проблемы создаст, если босс чаржнется первый раз вот сюда или сюда? Только... Да, пойдут лужи по-другому. Не, если он ровно но... между звездой и крестом, если линию провести, если ровно вот здесь, то есть, ну, понял, да? Да я понял, что Мишина. Это надо... К тому же, не всегда еще ровно идет, ну, может, наискось пойти. Ну, не то, что наискось, но чуть-чуть. Это надо подыскать место еще конкретное. Батя, что тебе не хватает? Все, отчет даю на исходной стадии. 2-1 пол. Все, давайте, это сейчас победный должен быть. Да, вот так вот и будем делать. Потом можно просто даже на ноге подойти и успеть. По крайней мере, я успел. Все, уходим. Ну чё вы дохнете, ребят? Там же лужа не пошла в рейд. Блин, а чё вы сейчас сдохли? Что-то задело, я думал в середину пошла, пошёл. Пиздец вы, конечно. Молодцы, красавчики. Вот сейчас пошла в рейд. Сосед, это походу из-за тебя. Я блинканулся не туда. И у меня вообще блинков не было. Там две. Понятно. О, у меня тик был. Может, блядь, пожалуйста, соберитесь. Ну, блядь, ну хватит, ну. Там ну нажмите, ну подумайте головой, ну ребят, ну блять, я уже устал сам, честно говоря. Почему я каждый пул, блять, стараюсь нахуй? И думаю, блять, а вы не хотите думать.
Ну, я не про всех говорю, а про некоторых. Я бы тоже хотел постоять, нахуй подмажить и служу вправо-влево повыходить. У меня сейчас нету такого, что 5 FPS. У меня двадцатка держится, это играбельно, нахуй. Может, вот играйте наконец-то нормально, мы убьем. Хотя бы ребро. Стыдно должно быть. А что за фарло, Настя? Фарло какое-то. Написано, блядь, в заявках. Писал в DC Big Mommy. Причем Big Mommy, а не официантка. Я тебе больше скажу, он тебя по именам знает с ней. Чего? Если я правильно понимаю. Он даже спросил ваши имена. Он сказал по именам вас, что играете ли вы нет все еще. Если это он был. Когда? Ты на стриме заходил. Ну если это он, я говорю, может ошибся. Похоже, может это доступ. Этот, как Фарл его? Сел Селти, блядь. Опять? Не, это явно не стал. Что, сессии раскидаем? Так, блядь, каждый депул умирают разные. Вот если открыть, допустим, кто у нас больше всех умирал? Полный учет. Больше всех умер Адель, блядь. Потом ты Юля. Потом Холишин. Ну, Юля, типа... Юля, я что-то не понял. Юля финансово намотала разок. Ладно, пока. Даже не в часе, совсем на месте. Нет, первая Адель 27 раз. Потом Юля 25, Холишин там держит строчку. Там я 24, Ридига, Санжура, Кунка. Там дохуя по 24 смысла. Знаешь, 24 трава, походу, всего было. Блять, хуйня, блять, 90. Тысячу. Так, 10. Отчет даем. На исходной станем. 50 по сути. Получается, Адель у нас вагон. 3, 2, 1, поехали. Шип с меня сзади быстрее. Шип, 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 ребят. Нас меня шмак, конечно, но ладно. Крест. Шип. Я уже, блядь, с привычкой вижу на себя шип, блядь. Анонсит, да. Шип быстрее с меня, вот сейчас надо прям срочно быстро сбить. Долго. А почему, подожди, а как вы сейчас сдохли? Вихрь еще не закончился, объясните. Ну, уже разлил. Ну, кстати, почему-то двойную лужу разливает, то есть он разлил. А почему он сейчас лужу разлил в рейд? Я не знаю, понял. Кстати. Я так думал, что дальше чуть-чуть поставили босс, и как-то тайминги сбились, и он разливал, я уже не раз такой сбил. Он две лужи разлил подряд просто. Давайте пулять, как мы тогда пуляли в ромбике, и все, и как бы, ну, не будем на середине его вначале танчить. Потому что, пулять? Постоянно эта тема с этими лужами. Пуляйте в ромбике. Ну, главное, чтобы он в ромбе стоял, а не в кресте, а не так, чтобы в кресте оставались. В ромб пуляйте, ну, пускай он в ромбе и стоит. Прямо, ну, тело наполовину, но не в кресте, чтобы... Потому что если в кресте будет стоять, будет залуп. Юля, 26. Чего ты там и смерти считаешь? Не, по сути, на самом деле, похуй, по сути, на самом деле, похуй, сколько у него хп, блять, у этого ребра, нахуй. Вот реально.
Что зависит от пула, блядь. Ну, вот в данной ситуации. Даже сейчас тут 3-6 лямов, блядь. Что, 154? Разницы никакой, нахуй. По сути, блядь. Настя, это что-то на твоем языке, кстати. 1000-7. У тебя что-то такое было, помню. Dead inside. Dead inside. Так, не вспоминай. Это из-за него? Настя Гурь, лилилет ми дай. Блядь, вот нахуй я это сказал? Блядь, сейчас Мирайо нахуй еще вспомнит эту хуйню с ТВК, блядь. И пизда нахуй понесется потом, да, Мирайо? Yeah, good. Хуйня, блядь. Мирайо, мало? Это было в прошлом. Дермич, я не могу ответить, я в муте. Но босс всё был на мне. Это я так. Давайте искать виноватых. Я предлагаю... Умка, ты виноват. С осадом. Я знаю. Я виноват. Я считаю виноват, Кунг. Единогласно. Нихуя. Не, я считаю, что виноват Мирайо. А может, Мирайо против? Кстати, да, давайте Мирайо нахуй с ним не пан. Мирай мне подножку дал, и я нечаянно в лужу умер. Да. Ну, давайте, Мирай, еще один 90% срез сделаем. Давай через недельку. Глю, Дермич. Дермич, пульнешь тогда ты? Не нравится им, как я бегу к чарч. 2, 1, 0. О, Пет вообще сейчас АФК стоял, кстати. Прикольно. Смотрелся на проки, чуть не умер. Давай, блядь, слушай, уходи. Не на проки смотри, блядь. Зима хуй нихуя не дамажишь. Шип с мага. Соседа шип, снимите быстрее, ребят, это срочно надо сделать. Меня уже пошла. Я видел. Блять, шип около черепа нахуй, не успел добежать. Сбейте, пожалуйста. Блять, там лужа. Сокру, глю быстрее, блять. Я живой. Вагон. Пошел ты. А капли не заметил. Спасибо, фонарь, ты лучше. Не за что. У меня лужа вроде пошла нормально. Ну, первую лужу я заметил, меня вообще не кидал. У меня 2 сейчас пошло. Ну, после них, да. 3 даже, блядь. 4 нахуй. Там держись. 5, блядь. 6 ловил. И 6, блядь, сверху, нахуй. И 7. Реально, блядь. Не, нахуй. И 7, блядь. Я 8 стоит. Да, и 8. Я вообще стою, блядь, здесь. О, меня кинул. Девятая. Нет. Че, десятка последняя будет? Не-не-не, моя. Ну да, в тебя пошла. Номас. Сука. Люксор?
Эй, Кунка топ-2. Держите танков, там что-то больно сейчас было в фонаре вроде. Хребет сломан. Это уже лу. Да заебали они нахуй. Сосед, ой, блядь. В меня пошла, все не выебывается. Шипс много. Шип соседа быстрее сняли, ребят. Это надо быстро сделать. Похуй, меня чаржнулся, блять. Да отойдите в крест, ребят, отойдите в крест. Левее, встаньте чуть от креста. Правее. Должно нормально быть. Крест можно встать. Там люди у нас умирают. Войда Берна. Да, Войда. Только не в лужу, главное, Берни. Мне королева, мне королева. Да. Шип на мне быстрее, блять. Я еще в луже. Подхильте, пожалуйста, когда я шипа слежу. Забафни меня. Ребафните переста и друида. Дамасию сет. У нее один БР остался. А, у Маси еще БР есть. Надо полобать ФБР. Ну ладно, похуй, пока не надо. Быстрее мага сбили. Бля, чё пролагал. Опять в меня чаржнулся, нахуй. Ну аккуратно, сейчас смотрим, куда лужи идут. Вроде нормально идут. Да, вроде нормально. А, он чаржнулся в нас. Отойдите назад. Ай, блядь. Пидорас, блядь. Ой, ты нахуй. Ой, я не могу, блядь. Нам надо было сейчас отходить в сторону этого, блядь, ромба. Что, бы блядь, сих... нахуй законченный босс? Кто, блядь? Ой, не могу, блядь, сих. Здесь 4 минуты покурить. Официант, только не больше. Я просто махну. Я живу, сука, за багу. За тебя сука. Я завис, клоун. Позавис, тот крутой. Ты клоун, я не смог из-за тебя его заведить. Я в джастах так делал. Не хватит ДПС, нет. Да нет, ты чё, не хватит. Нравится, как тебе гифка.
Пиндежа. Фонарь. Чё фонарь? Я только что вернулся. Ладно, похуй, рано или поздно мы будем закрывать на фул, блять. Пройдет время, блять. А что фонарь-то? Залезь сюда. Погодь, я Викаурус настраиваю. Да не, никогда нерв будет 50% вообще. Блять, когда нормальные пулы нахуй, тогда идут анлаки нахуй. Когда хуёвые пулы, мы, блядь, нормально играем. Надо идти сейчас, что я думаю, идти в тюрьму на позитиве закрыть, а остальные не надо. Ребро закроем сегодня. Мы должны закрыть его. Тюрьма, это заебись. Тюрьму, да. Соберемся двумя рейдами, раскидаем пачку сходим. Потом. А чипс есть у кого-нибудь? Джипс должен быть у кого-то. Дойдем до сурка, блять, будут метки шотать нахуй. На экзекутке 100%. Да и афликов тоже нахуй, связки-то нет. Надо будет эти билд делать со связкой, блять. Убирать урон дополнительный от ШБ, блять. Делать билд со связкой, нахуй. Хотя, подожди, сколько тут надо талантов? Раз, так, 5, 10, 11. А, ну, в принципе, ШБ останется. Хватит. Как раз тем стандартом ШБ качать и убрать погибель. Стрелять ему больше кастовать, чисто будет ничего страшного. Ну и пета можно убрать тоже, да, софлей. Один хуй там погибель не вкачаешь. Похуй. Маничелло, где дамаг? Да не, лич будет жесткий, там в любом случае на второй фазе вальки будут дамажить и заражение дохуя будет бить, мне кажется. А валик можно будет убить нахуй с такими бомбами просто. Ну они ж высоко висят. Но там если бомбы, не бомбы летят, типа воздушные цели. Вся злость кота душит. Их можно убить, кстати, с анхоликом, шпшками, вообще как-нибудь. Цинжура, ты где? Не забывай, нас порежут, как этих собак, блядь. Ребят, ну почему после каждого перекура мы постоянно ждем одного человека, нахуй? Ну у него, походу, самые сигареты или крепкие, или самые длинные вот эти сотки, нахуй. Походу, так. Как не вовремя. Шкаф тыкните. Шкаф тыкните быстрее. Снжура, ты заходишь, не сумоните его пока что. Он не резнут, не надо его сумонить. Сейчас забагаете сумон. Теперь сумоните. Все, рыбу кушай. И фулбаф парень. Так, что, тебе сумон не пришел? Пришел. Еще раз приставаем, да, типа.